Здорово! Сегодня у нас в выпуске отличный таймкиллер, тактическая онлайн-стратегия, сюжетная РПГ, экшн-квест и стратегическая головоломка. Приступим! Тимбермен — это именно та игра, с которой весело просрать свое время. Тебе предстоит взять на себя роль шкафообразного бородатого дровосека, рубящего бесконечное дерево. С каждым ударом лесоруб выбивает целый колун, из-за чего дерево стремительно падает вниз, норовя прихлопнуть тебя очередной веткой. Так что твоя задача, как понимаешь, не погибнуть при столь глупых обстоятельствах. Riot Zone — это тактическая онлайн-стратегия на тему современных военных конфликтов, в которой игрок, командуя отрядом, участвует в жарких сражениях. Вы отправитесь в тропическую страну Мирания, где станете командиром отряда наемников, восставшего против армии кровавого диктатора. Вы сможете построить свою базу, прокачивать персонажей и вступать в онлайн-сражения. Shattered Planet — это забавная и красочная RPG с интересным сюжетом и довольно незамысловатым геймплеем. Действие разворачивается в далеком будущем. Всю галактику охватил страшный вирус, справиться с которым могут только клоны. При помощи телепортов ваши клоны будут перемещаться на зараженные участки планет для борьбы против монстров и выполнения разнообразных квестов. Путешествуйте по галактике, находите друзей и побеждайте врагов в борьбе против смертельного вируса. Soul Guardian — это карточный экшн-квест, в котором вам предстоит защищать земли Мидгард от вторжения армии демонов. Вас ждут ожесточенные сражения в лучших традициях аниме. А это значит, что ты сможешь в удовольствие натапаться, не понимая происходящего на экране. Проходите боссов, получайте карточки и открывайте новое комбо для вашего героя. Gunspell — это замечательное сочетание RPG, элементов стратегии и типичной головоломки 3 в ряд. Вы играете за молодого полицейского, расследующего исчезновение своей сестры, которая, как оказалось, принадлежит к древнему культу, защищающему мир от вторжения нечисти. Погрузись в сюжет, найди сестру и сразись с армией монстров. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты крут, будь крут, бля. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.